Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Алгебра 7 класс», авторы Мерзляк, Полонский, Кир, под номером 1110. Сумма цифр двузначного числа равна 15. Если поменять его цифры местами, то получим число, которое меньше данного на 9. Найдите данное число. Итак, нам неизвестны цифры данного числа, поэтому введем переменные. Пусть А и Б цифры данного числа. Запишем это. Тогда мы можем с вами составить уравнение, потому что нам известно, что сумма цифр данного двузначного числа равна 15. Тогда А плюс Б равно 15. И еще мы данное число можем записать как сумму разрядных слагаемых. Само же число в таком случае записывается, если оно записано цифрами, которые неизвестны. Мы записываем эти цифры на своих местах, а сверху ставим черточку. В этом числе А десятков и Б единиц, поэтому запишем как 10А плюс Б. Что же происходит затем? Поменяли его цифры. Поменяем цифры. Получим число, в котором b десятков и a единиц. И можно будет его записать как 10b плюс a. Это новое число. Про это число известно, что оно меньше данного на 9. Значит, данное число больше полученного числа на 9. Отсюда мы можем составить с вами равенство. Чтобы найти большее число, нужно к меньшему прибавить 9. И тогда наше данное число будет равно новое число плюс 9. А теперь мы можем записать наши числа через сумму разрядных слагаемых. 10а плюс b равно 10b плюс a и плюс 9. Перенесем 10b плюс a из правой части в левую, поменяв знаки на противоположные. И тогда в левой части мы получим 10a минус a – это 9a, b минус 10b – минус 9b, и равно это 9. И уже это уравнение мы с вами упростим, разделив обе части данного уравнения на 9. Получим уравнение А минус Б равно 1. Теперь у нас с вами два уравнения с двумя переменными. И чтобы найти решение, нам нужно решить с вами систему этих двух решений, этих двух уравнений. Запишем. Имеем систему уравнений. Первое уравнение А плюс Б равно 15. Второе уравнение А минус Б равно 1. Ну и легче всего эту систему решить методом сложения. Почтенно складываем уравнение А плюс А 2А, Б плюс минус Б это 0, и в правой части 15 плюс 1 16. Разделим обе части равенства на 2. И узнаем, что А у нас равно 16 делим на 2 – 8. А равно 8. И выразим в любом из этих уравнений b через а. Ну, я думаю, что легко будет в первом уравнении, потому что перед b стоит знак плюс. b равно 15 минус а. А равно 8, Б равно 15 минус 8,
А равно 8 переписываем. B будет равно от 15 вычесть 8, 7. Итак, что мы нашли? Мы нашли цифры данного числа. Число десятка 8, число единиц 7. Поэтому 87 – это данное число. Можем записать ответ. Нас просили найти данное число, это число 87. Мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.